Благодаря поддержке Министерства финансов Таиланда цена на OmniSGO OMG выросла. Как сообщает Cointelegraph, платформа предоставляет своим клиентам одноранговые P2P-услуги обмена валют и платежный сервис в реальном времени. Согласно мониторингу CoinMarketCap, благодаря поддержке правительства цена на токен OMG достигла исторического максимума и сейчас колеблется в районе $11. Компания активно работает в Азии, особенно в Индонезии, Таиланде, Сингапуре и Японии. Среди инвесторов компании Golden Gate Ventures и SBI Investment. У OmniSGO впечатляющий список советников – Виталик Бутерин, Влад Замфер, Гевин Вуд и Джозеф Пун. Компания собрала $25 миллионов во время краудсейла, и сейчас ее рыночная капитализация превышает $1 миллиард.